Друзья, всем привет. Меня зовут Андрей. На связи компания CarStyle. Сегодня хочу вас познакомить еще с одним набором для ремонта автостекол от компании Glass Mechanic. Набор под названием Daytona. Очень крутой наборчик. Приехал к нам прямиком из Америки. Давайте я вам расскажу, что входит в этот набор. Посмотрите, во-первых, хотел показать вам чемоданчик. Если видите, он уже отличается, чемодан, от тех, которые я уже показывал. Это уже американский такой вот чемоданчик в таком виде. Здесь все так достаточно красиво, культурно, цивильно упаковано. Соответственно, под каждую бутылочку вырезаны вот такие вот специальные отверстия. То есть все лежит на своем месте, там, где должно лежать. Первое, с чем хотел вас познакомить, это инжектор. Данный инжектор работает вместе вот с таким вот мостом. Обратите внимание, в руках ощущается такой достаточно увесистый и на вид, мне кажется, такой достаточно прочный инструмент. Вот. У него есть такая вот гаечка, если мы ее откручиваем, соответственно, мы можем еще инжектор позиционировать. Вот. К стеклу фиксируется он с помощью вот такой вот присоски. Есть вот такой вот клапан. Несколько раз на него нажав, соответственно, он к стеклу зафиксировался. Также данный чемоданчик укомплектован вот такой вот лампой. Лампа светодиодная, ультрафиолетовая, питается от прикуривателя, соответственно, 12 вольт. Ну, такая маленькая, компактная, здесь такая кнопочка есть, нажимаем, соответственно, она работает. Также в этом комплекте есть вот такое вот зеркальце. Вот, зеркальце на присоске, очень удобное, пластиковое, соответственно, если она упадет, она не разобьется. Но здесь вот такие вот защитные очки, но американцы следят за безопасностью, за своим здоровьем. Вот, и, соответственно, для защиты зрения, для защиты глаз. Есть вот такая вот целая упаковка перчаток. Перчатки это тоже для безопасности, для того, чтобы там руки не запачкать, случайно потом глаза не потереть полимером. То есть здесь перчаток, по-моему, 100 штук, размер L-ка. В принципе, я думаю, практически всем он подойдет. В данном наборе есть вот таких вот два вида полимеров. ProLine 2 и просто ProLine. Также в наборе есть еще вот такой вот полимер, он уже идет в меньшей таре, то есть если здесь у нас одна унция, то здесь у нас пол унции. Если кто не знает, одна унция это 30 мл, пол унции это соответственно 15 мл. То есть это у нас уже запечатывающий полимер. Также в наборе идет вот такая вот специальная полировальная паста. Полировальная паста используется для того, чтобы отполировать уже отремонтированный скол. В комплекте есть вот такая вот баночка. Здесь лубрикант, смазка. Она у нас, как правило, используется для присоски, для того, чтобы она хорошо присасывалась к стеклу. И также лубрикант нам необходим для того, чтобы смазать вот такие вот все подвижные части. В наборе, давайте еще покажу вам, есть вот такой вот скрабер. Также в наборе есть вот такая вот щеточка. Обратите внимание, у нее такая достаточно жесткая щетина. Нужна она для чистки и ухода за инжектором. В наборе идет вот такая вот колба с сменными резиночками. То есть резинки, ну, наверное, вы уже догадались, то есть у нас есть всякие уплотнительные колечки, как на вот этом вот инжекторе, также на поршне есть несколько разных колечек. Если какая-то испортилась, то ее легко можно поменять. Кстати, в комплекте, обратите внимание, есть вот такая вот штука на пружинке. С одной стороны она такая гладкая, ну, такая в виде шарика. Вот. Здесь она такая более острая. Но для ремонта стекла эта штука, как правило, не применяется. А вот для того, чтобы сделать на стекле скол, ее можно использовать. В комплекте идут вот такие вот пластинки из пленочки. Они нужны для того, чтобы ремонтное место, повреждение, тот скол, который мы уже отремонтировали, только что залили, сверху закрыть вот такой вот пленочкой, для того, чтобы можно было поставить ультрафиолетовую лампу, и ультрафиолетовая лампа под пленкой высушила полимер. В комплекте есть
Вот такое вот увеличительное стекло. Это тоже нужно для того, чтобы посмотреть, увидеть там повреждения, хорошо его можно было рассмотреть, как до ремонта, так и после ремонта, то есть как он получился. Также в комплекте есть вот такие вот сверлышки, обратите внимание, в такой удобной упаковке. Есть упаковка с зачистными лезвиями, их здесь 100 штук, так что хватит, я думаю, надолго. Еще в комплекте есть одна такая интересная вещь, это вот такой вот защитный капюшон, он защищает, скажем так, не пропускает ультрафиолет. Этой штукой мы просто накрываем то рабочее место, с которым работаем, соответственно, и можем спокойненько проводить работы даже на улице. Также данный набор укомплектован вот такой вот мини-дрелью. Это Dremel 7300. Ну, такая достаточно удобная. Работает она от аккумуляторов. Вот здесь вот аккумуляторы. А также вот в руках я держу это зарядное устройство. Обратите внимание, так как этот набор американский, то здесь, соответственно, американский разъем, если видите. Вот вилка такая вот американская. И в данном комплекте есть еще вот такой вот адаптер. То есть мы через адаптер можем спокойненько заряжать. Хотел лишь добавить, что данный набор, он считается таким, ну, не очень бюджетным. То есть он такой из дорогого сегмента. Но, как вы видите, он такой укомплектован довольно-таки грамотно и качественным оборудованием. Поэтому у кого есть определенные там финансы, возможности, то мы всегда рекомендуем покупать этот набор, потому что, ну, на мой взгляд, он реально качественный. В общем, если вам понравился этот обзор, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всего хорошего!